Володя, как без шаурмы? Ну, слушайте, мне понравилось. Руками удобнее есть, чем без них. Первый раз кушаешь? Первый раз кушал, да. Вообще конин, по-моему, ел. Ну, ел, наверное, но не помню вкус. Мне понравилось, на самом деле. Интересно. И вроде молоко только не попробовал. Хумус? Да, не смог, не мое. А так, мясо вкусное, понравилось еще. Все, спасибо. Да, все четко вроде, гостеприимно. Спасибо, что стол такой накрыли классный. Надеюсь, что без происшествий произойдет все. Отыграем турнир и все будет четко.